Смотрите, комбинирование косметических средств и функциональных пищевых продуктов, которые предупреждают старение нашей кожи вместе с наружными средствами, это самый максимальный и эффективный способ профилактики преждевременного старения и коррекции естественного старения кожи. Местное использование косметики обеспечивает питание и увлажнение верхних слоев эпидермиса. Очень важно, это особенно летом. Увлажнять кожу летом нужно, чтобы она не была сухой, чтобы она не шелушилась, а была гладкой и ровной. Поэтому вашему вниманию еще раз хочу предложить и показать косметическую серию «Avatel», в состав которой входит увлажняющее молочко для тела «Avatel», крем дневной увлажняющий «Avatel», крем ночной питательный «Avatel», также крем для рук, молочко очищающий и так далее. Это именно те кремы, которые будут, самое главное, что делать, это увлажнять нашу кожу. Ну и несколько слов буквально о каждом. Да, крем дневной увлажняющий, он смягчает, увлажняет и помогает после инсоляции, то есть после солнечных ванн, которые вы принимаете. Да. Кстати, увлажняющий крем, увлажняющее молочко для тела «Avatel» – это тот крем, который, в принципе, прошел очень большую экспедицию. Да? По своей сути, в состав этого крема входит «Avatel», который является источником фосфолипидов, то есть это жирорастворимые витамины, которые мы вам сложили, положили в каждую баночку. И вот поклонников солнечных ванн и поклонников, и даже, я бы сказала, жителей солнечных мест хотелось бы порадовать. Увлажняющее молочко для тела «Avatel», этот продукт пролетел тысячи километров, вот прям безо всякого, да, тысячи километров, и прилетел буквально с экватора. Он прошел все испытания экспедиции на Карибских островах. Косметическое молочко снимает проявление раздражения и сухости, которые вызваны чрезмерной солнечной инсоляцией, и дарит необыкновенные, вот и незабываемые ощущения ухоженности и увлажнения вашей кожи. Следующий продукт из этой же серии – это крем дневной увлажняющий. Его основное действие, как раз уже в названии заложено, да, это увлажнение. Дневной увлажняющий крем имеет жидкокристаллическую структуру, которая буквально идеально повторяет липидный барьер нашей кожи, а его легкая консистенция не оставляет ощущения жирности. Крем работает как вторая кожа, универсален и подходит для всех типов кожи, а также в качестве основы под макияж. У него небольшой SPF-фактор, он как раз нужен именно для того, чтобы вы могли безопасно находиться в городской черте, то есть спокойно переходить от офиса к машине, из машины, допустим, в магазин и так далее. Еще один продукт из этой же серии – это крем ночной питательный, тоже серия «Avatel». Его основное действие уже немножко другое направлено. Это обогащенный природным компонентом «Avatel», медом, экстрактом пыльцы и комплексом драгоценных масел, крем эффективно питает, а затем смягчает и увлажняет нашу кожу, способствует ее регенерации, пока вы спите. Гиалуроновая кислота, которая входит в состав этого продукта, она способствует нормализации водного баланса кожи, повышает ее упругость и предотвращает преждевременное старение. Обратите внимание, ночной крем рекомендуется наносить не менее чем за час до сна и как можно более тонким слоем. Перед сном избыток этого крема нужно обязательно снять сухой салфеткой, то есть просто промокнуть, чтобы не оставался вот такой толстенный слой этого продукта на вашей коже. Все, что не впиталось в кожу в течение часа, уже не принесет ей никакой пользы, а наоборот может испариться, а остаток жиров вызвать длительное расширение сосудов, ну и, собственно говоря, неприятные окислительные процессы. К утру может кожа покраснеть, будет шелушиться, и под глазами появятся неприятные отеки. Поэтому обязательно тонкий слой, это очень экономный продукт, и остатки этого крема пропитывайте, еще раз хочу сказать, пропитывайте салфеткой. Хочу, чтобы вы сейчас все обратили и посмотрели на видео, которое нам прислала Любовь Габитова из Екатеринбурга. Именно она является давнишней поклонницей нашей косметики и, в частности, косметики «Avatel». Смотрим.
Всем добрый день, меня зовут Габитова Любовь. Сегодня хочу поделиться своим отзывом о косметической серии Тинториум. Этой серией я пользуюсь уже больше 10 лет. Результат меня устраивает, и я не собираюсь менять ни на какую другую косметику. В летний период, особенно когда на улице жара, много солнца, наша кожа сохнет. И я выбрала для себя на летний период, это наши крема, крем дневной увлажняющий и крем ночной питательный Савателли. В состав входит такой ингредиент, это масло желтков перепелиных яиц, которые глубоко питают, проникают в нашу кожу, увлажняют и питают нашу кожу изнутри. Мне нравится текстура, нравится, что на коже не остается никакого жирного блеска, все хорошо питает, увлажняет и кожа подтягивается. Всем, кому я рекомендую, потом еще не раз заказывают нашу серию, и все довольны результатом. Кожа не сохнет и увлажняется очень хорошо, что особенно важно в летний период. Спасибо большое, Любовь. Я думаю, что после вашего ролика обязательно наши поклонники пополнят ряды этой косметики. Я ее просто обожаю. У меня и дети пользуются этой косметикой. И очень приятно, что вот в чате я вижу, что действительно люди пользуются и люди получают эти результаты. Поэтому предлагайте эту косметику. Если вам сложно говорить о продуктах компании Тинториум, то о косметике, в принципе, всегда, особенно женщинам, легко найти свой птичий язык и всегда поделиться вот этими секретами, успехом своего прекрасного вида. А мы с вами переходим к следующей истории, и очень интересной истории, а это история, которая касается активного лета, то есть, собственно говоря, что мы с вами и будем делать все оставшееся время.